28 февраля УЕФА принял решение отстранить российские клубы и сборные от участия в международных турнирах. И если мужские команды не скоро смогут сыграть на высоком уровне, то женский футбольный клуб «Локомотив» в конце июля проверил себя с соперниками из Лиги чемпионов на международном кубке РЖД. Этот турнир, как и этот фильм, еще одна возможность дать девушкам то внимание, которого они заслуживают и не получают в сравнении с мужскими командами. В общем, в ближайшие 30 минут вы поймете самое главное. Это первый международный турнир, который проходит у нас на РЖД-арене. И организован, это кубок РЖД, организован «Локомотивом». Очень нравится все, организация и команды соперников. Очень здорово, что все приехали и смогли принять участие. Приехали на турнир и очень удивились тому, какая здесь организация. Это, можно сказать, это уровень Лиги чемпионов. По 10-бальной шкале, если считать, это выше 10 баллов. Это очень здорово, это очень круто, и это очень масштабно. Значит, экипа «Локомотива» заиста озбильно приступила к организации этого турнира, и все на наивысшем могучем нивоу. Я был скольких чемпионов в стадии, но так не встречают. Это правда, я не скрываю, как нас встречают, как нас сопровождают там высший уровень. Моя команда. Москва! Москва! Удачи нам! Больше никому не надо, только нам удачи. Мы знаем, что Сербия очень хорошие команды, потому что все равно они работают на экспорт футболистов, готовят их к Европе. Очень много футболистов с Цервена звезды, с Субботицы, Спартак попадают в хорошие клубы, топовые клубы Европы. И, в принципе, это команда, которая хорошо оснащена технически. Мы ожидали качественное исполнение от игроков. Мы ждали, что они будут достаточно обучены хорошо, технически, тактически. Мы утакмицу изгубили высоким результатом, но когда мы делали некую анализу от тех 6 примерных голов, 5 голов – плодови наших грешек. Матч был для нас, в принципе, он сложился легко. Насколько я знаю, Сербия, команда только недавно вышла с отпуска, и у них буквально немного было времени на подготовку. Была тяжкая утакмица. Играла 90 минут, па било физически доста тешко. Играм ту позицију десног бека која захтева много трчања и много дуела и свега. И мислим да сам издржала лепо. Играчице су наравно спремне и мислим да смо то одрали како треба, али наравно. Если учесть возраст команды и качество, то, что они показывали, нам очень понравилось. Это был действительно достойный соперник.
И чуть-чуть время, если бы было смещено, что они были бы в другом физическом состоянии, я думаю, что было бы намного еще интереснее. Морали да смогнемо снаги и да настоимо далее, и да играмо далее. Покушавали смо и на 2-0, и на 3, и на 4. Имали смо ми наши шансы, нисмо их искористили, нисмо се предали тако лако, али бодрили смо једне друге, гинули смо једна за другу и били смо ту једна за другу. У нас задача только побеждать. И не важно, кто против нас будет выходить. Мы будем биться до последнего и доказывать свое лидерство. Победа – это самое главное. 3 очка. Мы в финале. Это самое важное. Для меня футбол – это мой образ жизни. По мне, искренне, футбол – все на свете. Футбол – это все, что у меня есть. Футбол – моя жизнь с 8-7 лет. Играла с детства всегда с пацанами. Я больше половины жизни играю в футбол, поэтому это страсть моя. Мой первый тренер – Наталья Витальевна Титкова и Нуйкина Елена Николаевна. Вот они вдвоем. Я сказала, что я ничего не понимаю в футболе. Я, наверное, здесь не смогу. Но они увидели все-таки во мне какую-то изюминку, наверное, футбольную, вот этот потенциал. И сказали, никуда мы тебя не отпустим. Будешь ты развиваться, расти, мы тебя всему научим. Ну и вот, в принципе, я играю в национальной сборной, я играю в хорошем клубе. И благодаря этим людям. Но если бы у меня не было футбола в более раннем детстве, мне кажется, я бы закончила очень скучно на какой-нибудь скучной работе. Какая-то злость есть. На тренировку ты приходишь, у тебя все исчезает. Как будто новая жизнь какая-то началась. Примерно 2 часа на тренировке ты думаешь только о тренировке, и тебя больше ничего не волнует. Для меня футбол – это мой образ жизни, который дал мне возможность заниматься тем, что я люблю, приносить мне этот доход и быть свободной. Pa s obzirom da nisam iz Beograda, da nisam iz glavnog grada Srbije, to jest odakle je Crvena zvezda, meni je fudbal pomogao da završim fakultet i da nađem, ajde da kažem, neki svoj put pored fudbala da se bavim i trenerskim poslom. Radim tu u omladinskoj školi Crvene zvezde i samim tim sebe usavršavam za taj neki deo koji sam se opredelila da želim da budem u životu. Не знаю, что буду делать, когда брошу. Я как бы знаю, чем мне заниматься, в принципе, но вот тут все равно футбол. Все равно футбол и буду, я думаю, до самой старости, до самой смерти все равно смотреть футбол. Мы Минск, я скажу, мы пару матчей просмотрели, проанализировали с тренерским штабом. Команда очень сильная, опытная, тренер, сильный тренер у них. Я думаю, просто больше команда не была готова к высокому прессингу нашему, наверное. Такой уже оскомину у меня вопрос. Набила это психологическая готовность девчат. Естественно, вот этот молодой возраст, где-то они вышли первый тайм, не веря в свои силы. Спокойно. Биг очень хорошо шел в прессинг. Они не давали нам с первых минут даже, где-то развернуться. Нас как вначале прижали, так все и покатилось. Девчонки долго не могли перестроиться, не могли найти свою игру, не могли найти себя. Потом еще более-менее как настроились, взяли себя в руки, но, видимо, уже было поздно. Очень много борьбы. Что они были злые, что мы были злые. Нам очень нужна была победа, потому что все хотели выйти в финал.
Не было такого, что хоть один игрок там как-то хотел уступить. Нет. Мне кажется, у нас в команде бились все до последнего. Многие никто не убирал. Никто себя не жалел. Игра не закончена. Пожалуйста, играем до конца. Как вы вышли на поле, сразу матч начинается. Все, концентрация, смотришь. Смотришь, спи. Давай, просыпайся, Ильша. Просыпайся, бич, на селесте. Все, давай, соберись. Оп. Поехали, поехали. Просыпаемся, ясно, девочки? Все, давайте. Да, они столкнулись с такой контактным футболом, чего нет у нас в Беларуси, честно скажу. Вот, поэтому где-то растерялись. Но второй тайм совсем другой, мы владели полностью преимуществом. Мы собрались только после второго тайма. Нам и тренерский штаб подсказал, и сами мы поговорили, мы успокоились, мы настроились. Вот второй тайм – это что-то уже похожее на нашу игру, но это все равно не то. И во втором тайме они нас, скажу, полностью переиграли нас. Да, у нас были полумоменты, не скажу, что так стопроцентно, но были моменты. А у них то же самое, они усилили фланги, они узнали нашу слабую сторону и начали через это проходить. Но мы быстро перестроились. Достойная игра, достойный соперник. У нас рейтинг вроде бы повыше, но как бы молодых игроков немного. За счет этого было немного тяжеловато. Но мы справились, потому что, скорее всего, стадион все такой вдохновил многих на хороший результат. Честно, благодарен, что бились до конца. Второй тайм очень сложный был. Но вы добили эту победу, вы взяли эту. С победой еще раз! Хорош! Люди не воспринимают просто футбол как женский вид спорта. Какой женский футбол? Вы должны варить борщи, сидеть дома. Хочется даже людей, которым это не интересно, но хотя бы просто, чтобы воспринимали, что такой вид спорта есть. И слышали нас там, не знаю, также по телевизору и как бы реагировали на это более спокойно, нежели сейчас. Не удивлялись, что, а что у нас такое есть. А чтобы, ну, это была нормальная информация. Да, женский футбол есть, хорошо. А там уже пускай выбирают, ходить им смотреть, болеть, не болеть. Высокая посещаемость чемпионата Европы – это здорово. Это действительно рекордное количество зрителей, болельщиков. Мы сами участники чемпионата Европы и мира, и все это видели. И мне кажется, что в ближайшем будущем то же самое должно быть и будет у нас. Женский футбол в Беларуси. Итак, я постараюсь кратко, четко и по делу. Это грустно. Мало развит, если честно. Хотелось бы, чтобы там было побольше команд, и не просто чтобы ради того, чтобы они были, а чтобы можно было побороться. У нас две команды, которые более-менее похожи на профессиональные, что-то приблизительно европейского уровня. Это ФК Минск и Динамо БГУ ФК. На половину игр ты, даже на большую часть игр ты выходишь с уверенностью в том, что ну вот сейчас на одной ноге там десяточку забьем и уйдем.
И, может, на матче 2-3 ты уже там настраиваешься, потому что понимаешь, что будет тяжело. Интриги нет, болельщиков нет, освещения очень мало освещения, вообще никто ничего не слышит, не знает. Да, сейчас пытаются что-то, Инстаграм, ТикТок, но это никто не смотрит. Это, ну, повесьте в автобусе там объявление какое-то, не знаю, постер, плакаты, на улице что-то, да. Какое-то пытаются продвижение сделать, но это не то, не в ту степь. Этого мало, этого недостаточно. Если бы мы могли что-то сделать, это было бы здорово, но это не от нас все зависит. Мы что? Мы можем только играть в футбол, тренироваться, и что мы и делаем. В Казахстане, например, они знают, есть футбол, но не знают, что можно заниматься девочкам, к примеру. Даже вот такие случаи были, а что у нас, говорит, есть женская команда, они даже не знают. Но эта команда играла против Барселоны, Баварии, да, ПСЖ, Лион, и обыгрывали даже матчи с ними, но не знают, что есть такая команда. Да. Так как у нас команд то 5, то 6, но очень тяжело, конкуренции очень мало. Сейчас вышла вторая команда от нашей страны в Лигу чемпионов. И вот мы боремся, можно сказать, 3 команды за лидерское, ну, Окжбес, Тамирис и БИИК за чемпионство. У Руси є очевидно проблем істи, као што і код нас. Ми смо онако мало патріархално воспитані і jednostavno smatramo da ženama možda nije mesto tu gde jeste, ali oni zaista u potpunosti zaslužuju svu pažnju. Pa, kao i svaki, svaka futbalerka koja se bavi futbolom, ima želju da igra pred punim tribinama. Ja, na primjer, kad odem na utakmici muškog tima, kad gledam muškarce, prvi tim Crvene zvezde, kad sam na toj tribini i kad čujem da toliko navijača peva, navija i sve ostalo, ja просто имам пожелим да сам доле на терену да чујем како то звучи са стране. Хотелось бы, даже если моя карьера закончится, чтобы, наблюдая потом женский футбол со стороны, наконец-то увидеть то, чтобы у нас заполнялись наши стадионы, чтобы вмещаемость была 9 тысяч, 10 тысяч. Очень хотелось бы все-таки, чтобы так же было и в России. Сейчас проходит международный турнир на РЖД-арене. Это уже огромное привлечение зрителей. Там, с каждым днем в нашем чемпионате России у нас на РЖД-арене все больше и больше зрителей, болельщиков. И просто семей, которые хотят посмотреть, да, на шоу, на футбол. Вот это здорово. Я надеюсь, что мы к этому придем. То количество, которое сейчас приходит на наши матчи, оно, ну, тоже впечатляет по сравнению там 4-5 лет назад, когда ты смотришь, а там один человек, и то, наверное, твой родственник. Надо заинтересовывать, надо показывать, больше рекламировать, чтобы на каждом углу слышали про футбол. Допустим, мы в Беларуси предлагаем, по крайней мере, мы предлагаем сделать какой-то смешанный футбол там, до 11 лет, как во всей Европе. Это мальчики и девочки занимаются, это пользу будет и одним, и вторым. Сейчас все равно очень много футболом интересуется. Людей мне даже там пишут, что мы смотрим, нам прям нравится, что женский футбол сейчас набирает популярность. Ну, чтобы девочки захотели с раннего возраста заниматься футболом, в принципе, для этого ничего не надо делать, потому что для этого уже все есть. Мы не так быстры, как мужчины, но это ведь не от нас зависящая вещь. Это нормально, потому что априори мужчины по физиологии будут сильнее нас, мощнее, быстрее, резче. Поэтому, естественно, мужской будет более ярче смотреть футбол, чем женский. Но мы идем к тому, чтобы не уступать им, чтобы мы также комбинировали. И было красиво на это смотреть. Пускай это будет не так быстро, но пускай это будет так же красиво. Интересно смотреть его. Вот если посмотреть чемпионат Европы, то там все присутствует с мужского футбола. Это и борьба, это и передачи, это и умные какие-то хитрые движения. По мне, это наибольший проблем, что мужчарцы не глядят женский футбол. Не осветают озбильно. И мислим да треба се срушити предрасуде у вези женског фудбала, јер мислим када би мушкарци схватили колико је женски фудбал у ствари леп и колико жене знају да играју, мислим да би то помогло доста у развоју. Мне
кажется, надо, чтобы просто признали и поверили, что да, это девушки тоже могут играть в футбол, могут делать это очень круто. Просто посмотрите на нас, дайте нам тренеров, дайте нам что-нибудь, дайте нам. Мы все сделаем, мы хотим. Вот, поэтому мы требуем признания. Девчоночки, минутная готовность. Давайте, мои хорошие, финал. Как всегда, кайфуем, получаем удовольствие и друг друга выручаем, улыбаемся, и все будет хорошо. С Богом! Сань, сколько? 54, 53? 54, пошли. Сань, ты пик зови. Хорошо. Через несколько минут начнется финальный матч международного кубка РЖД «Локомотив» против соперницы из Казахстана «БиИК Шымкент». Международного кубка РЖД, турнир по футболу среди женских команд. Вторая половина обещает стать более интересной. Будет ли она более равной по содержанию, мы узнаем после перерыва. Но пока отправляемся отдыхать. Этот турнир каждый по-своему воспринимает. Кто-то готовится сам, узнает слабые места и улучшает сильные стороны своей команды. И кубок хочется, и сыгранность. Мы должны быть реалистами. Больше сыгранности хотим от своей команды, так как у нас молодая команда. Вот эти игроки слабые, вот эти. Через них надо скрывать. Надо через них вскрывать. Дальше. Что надо сделать, чтобы забить мяч? Вот здесь реализация моментов. Нелли чуть агрессивнее. Зона подбора. Ни разу ты сюда, Вик, не пришла. Ни разу ты вот здесь не оказалась в зоне подбора при прострелах. Ты вот здесь. Конечно, хочется выиграть.
Но это все по совокупности компенсирует. Нам нужно хорошо играть, нам нужно выполнять установки тренера. И, конечно, нам нужно выигрывать и забирать трофеи. Все равно будут это, об этом говорить, а не как мы там играли. Метро? Зеленое? Руки! Встаем, встаем! Да, доктор? Да. Врача, да, Саш. Да. Второй номер. Наступила, да? Или ты подвернула? Сейчас идет доктор, идет, идет. Давай, мамочка, чуть-чуть. Что-то Галя. А ты можешь сказать, ты подвернула где? Просто? Подвернула? Где? Галя, где это? Подвернула, да? Да. Все, ну, Давай, я спущусь. Только чуть-чуть прям. За линию. Да. Прям, чтобы тебе, об тебя мяч не ударился и в ворот не залетел, а то голову еще забьешь. Ага. Какой может быть?
девчонки могут. Девчонки могут все, конечно. Девушки не плачут на поле. Они не сдаются. Девчонки могут все, даже побольше, чем парни. Не, я думаю, то, что не самый сильный. Девчонки могут все. Девушка, мне кажется, самое необычное существо на Земле. Если захочет, горы свернет. Девчонки могут все, независимо в какой сфере. Вот и все.